Всем доброе утро. И это день номер два. Да. Где у нас, кстати, очень классный отель и завтрак. Нам очень нравится. Шуня вообще сказала, что она здесь постоянно хочет вставать. Да, нам нравится наш отель. Мы сегодня в таком составе. Покажи сын. Здравствуйте. Ой, вот так. Здравствуйте. Всем привет. Только мы вдвоем. Потому что Шуанет работает. Вот наш отель. И у нас здесь такая классная веранда. Мы живем вот тут. Вот наши окошки. Амфетулсон. Всем привет, это видеоблог. Видеоблог. Это он. И тут, короче, происходит... Швейные работы. Угу. Ребят, вы, если думаете, что там аутфитики всякие, это что-то легкое? Все идеально сидит. Ага. Ну, это час, наверное. Это не легкое. Да, например, на мне штаны Тати, потому что мои ни один сюда не подходят. На мне, значит, рубашка вчера я ее купила, эту юбку я в Лайме купила, но она мне, а, большая, б, длинная. Мы ее пытаемся сделать покороче, чтобы сидела хорошо. И Шунин топ на мне. Попроси у него макас. Что такое макас? 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 Да, иди, я помогу. Hello. Hi. Give me, please, макас. Ой, я смешала два языка. Делать так тоже. Макас варму? Макас варму? Вар. Вар? Шикуляр. Да, здесь ножницы. Мне кажется, он хочет прийти зашить сам. Господи. Девочки попросили булавку, но они предложили зашить. Они пошли наверх. Он сейчас говорит, я посмотрю наверху. Как будет на английском ножницы? Не знаю. Тоже не знаю. Макас. Мой муж это знает. Звони хазбанду. Нет, не знаю. Точно знаю, что не знаю. Если бы знала, не могла вспомнить другого. Возвращаем. Получилось? И это макас. Вуаля. Саника выучила. Это первое слово, которое выучил Саника благодаря... Макас. Ага, а макас. А как же вчерашняя? Как там девушка? Гурбет. Гурбет. Самое красивое. Расскажи про слово якомоз. Ладно, потом расскажем. Якомоз это... Якомоз самое красивое по значению слова. И это не просто оно самое красивое. Оно выиграло такую награду в каком-то 2017-2012 году. Во всем мире. Якомоз это значит отражение лунного света на ночной глади океана. Ну или воды любой. Ну когда днем солнце... Да, ну когда днем солнце... Янсио, он на русском, отражается. Это не якомоз, но я называю это якомоз. Почему бы и нет? Так, пошлите вернем. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, kolay gelsin. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тати лайф. И мы сейчас, короче, идем гулять. Не знаю, что может быть красивее нашей террасы. Мы ждем, пока загрузится наш первый влог. Фоткаемся. Кстати, на террасе почему-то вообще никого нет. Отель полный. Вот я замечаю, что не все люди умеют наслаждаться видом. Не все умеют. Не знаю. Короче, утром... Светлый, безумный. Сейчас все безумно. Посмотрите, как здесь. Это Стамбул. Посмотрите, знаете, все. Все его величие. Топкапы, София, Султан Ахмед, Сулейманье. Там Галатская башня. Вон там увидим Принцева острова. Ну, что это такое? Девочки, какие красивые. Как красиво здесь. Ну, блин, грязно. В общем, я выявила пару минусов Стамбула. Сегодня, вот за эти два дня, в общем, я выявила пару минусов Стамбула. Да, они есть. Это я себя успокаиваю, потому что очень сильная, навязчивая идея сюда переехать. Знаете, я ищу какие-то отговорки, чтобы этого не делать. И, в общем, здесь грязно,
Здесь нет мусорных баков почти нигде. И когда ты не привык выкидывать... Да, когда ты не привык выкидывать... Это что такое красиво? Вот тебе плюс из Стамбула. Так, плюсов больше, конечно. А что такое? А что там? А что это? В общем, здесь грязно, нет мусорных баков. Это очень большой минус, потому что... Только в этом районе? Нет, во всех этих районах. Мы сейчас пойдем в район, который будет чище твоей... Ладно, мы не будем продолжать, да? Чище котика. Извини, да. Вот. И еще один минус, это здесь накурено. Здесь разрешено курить везде. Для меня это куривает. Это пытка. Самое лучшее? Нет, я человек, который я терпеть не могла сигареты. Я когда курили вон там, я убегала вон туда. А сейчас первое время тоже было очень сложно, на самом деле. Все курят везде, везде кальяны, айкосы. В общем, нет места, где не папиросят. А сейчас, видимо, я настолько привыкла, что для меня, это когда я в Москве слышу запах сигарет где-то, для меня сразу вот идет стамбульская родное, ассоциация. Да? А вы когда-нибудь пробовали слаг-хамбургер? Что это? Мокрый бургер. Нет. А почему он мокрый? Потому что это, короче, инновационные технологии турков. Они взяли просто бургер, засунули в паровую машинку, в такую печку, и он становится мокрым. Самый вкусный вот тут на углу. Серьезно? Хотите попробовать? Я бы поела, честно говоря. А ну пошлите кушать слаг-хамбургер. Так вот, и накурено, и у меня прямо все, я не переношу запах дыма вот этого сигаретного, и мне прям очень плохо, в общем, кашляю 2 дня уже. Посмотрим, может, у меня даже какая-то аллергия началась, непонятно. Ой, ну, плюсов, конечно, больше. Вот, например. Тут, кстати, сейчас очень много людей, достаточно. Смотрите, какая... А мы точно хотим такую очередь стоять? Нет, в следующий раз. Да. Не сегодня. А что покушаем тогда? Ну, бачка, кофе. Что-нибудь перекусить не хочешь? До этого еще же далеко, нет? Я бы что-нибудь взял? Перекусила бы. Какую-нибудь нашу любимую шаурму в хлебе. Нет, а видеоблог? Что делаешь, Натя? Мы гуляем. Идем куда? Не шартыши? Ну, уже здесь. Сейчас на пограничной зоне такси. Сейчас дойдем до парка Мачка и будем переправляться с одной части парка на другую с фуникулером. Это тоже общественный транспорт, это не развлекаловка, просто... Мы вам покажем. Да, просто без фуникулера надо спускаться вниз, подниматься наверх. А они очень умные ребятки. Тати, no work! No work! No work! No work. Смотрите, как здесь красиво. Ой, ты жива? Я тоже отдыхаю, мне все пишут, а я говорю, удалите меня, пожалуйста, из группы. Не хочу с вами общаться. Простите, девочки. Офигеть, как красиво. Ой, мы сейчас будем на нем кататься. Прикиньте. Это обычный общественный транспорт, платим мы тут обычной общественной картой. Ничего себе. Давай покажем. Давай. НТА видеоблог. Главное не уронить телефон. Маска вам? Маска? Ты же кирляр. Нас запустили, девочки! Это видеоблог! У нас, короче, не было маски, но он нас пропустил. Нет, он сейчас нам даст маску. Просто зачем это вывез? Если они в маске, а мы без маски и вместе, видимо, можем. И нас вперед посадил. Тащикирлер! Аллах Расулсусина! Я хотела ему сказать доброе утро. Гранит! Я сегодня друг рассказывала, что... Я говорю, Татьяна, он говорит, Геннадий, он ржет. О май гад. Им говорит, нравится? Девочки, снимите эту красоту тоже. Нет, имею в виду... Нас. Я про нас. Здравствуйте. Тут же камеры нет, можно так делать? Конечно, можно. Ножички спотели. Геннадий, сними, пожалуйста. Как красиво. Как радуются они фуникулёры. Обожайте эмоции.
Обожаю. Офигеть. Направо смотри, что там красиво будет. Мне так страшно. Мне страшно. У меня какие-то странные эмоции. Маски. Чеки есть, Сенча? Сфоткать она хочет. Я говорю, сфоткать. Как красиво. Ну, я не поняла, почему. Видео мы фото. Видео. Да, как красиво. Это у них руку обычный... Это у них обычный транспорт? Да, да. Обычный транспорт. Да, не страшно. Просто восторг. Просто шок. Вот это мальчика парк. Шунь, если бы ты не говорила по-турецки, он бы нас не пустил. По-любому. Конечно. Хотя, может быть, он по-любому не пустил. Да. Смотри, смотри, красиво. Все погода очень мало зелени, потому что он густо настроен. А это все парк? А это все парк, да. Блин, все на пикниках. И все, начинается Нишанташи с той стороны. Класс. Там был такси. Угу. Сейчас начинаем Нишанташи. Ой, это мы сейчас только бы поднимались, да, если бы не да. Мы бы спустились, мы бы поднимались. А так мы на фуникулёре. Прилетели. А что, можешь сказать, что мы прилетели? Мы же не едем. Колёс нет. Мы прилетели на Нишанташи. Прикинь, мы просто надув канатор. Обалдеть. А как это в конце говоришь? А то бы я сейчас не села бы. Белый пакет? Белый пакет? Какой классный магазин. Забрели. Шоурум мечты. Это такие стильные люди. Кабрихи. Просто купить футболку, потому что тебе понравился цвет пакета. Обожаю. Так почему бы это? Почему бы это? У нее руки заняты шум. Хочешь я? А, ой, ты опять дала. Кинула. Эвет, там шу бинану двери. Пардон, вы какая-то знаменитая актриса? Famous actor? Maybe? Переходите на YouTube, кстати. Да, смотрите подробные влоги. Если хотите выйти замуж за араба, приходите в это место. Секретное место. Шонет, секретный сад. Оно есть в твоем, оно есть в твоем путеводителе? Есть в Шонином путеводителе есть это место. Ашкальдинис. Это нам сказали, если что. Какая прелесть. Всем hello. Все поняли, что мы блогеры. Какая прелесть. Подождать, да? Серьезно? Это же у нас ожидание такая здесь? Да, окошко хочу сидеть. Я сказала, я тоже, и в туалет хочу. Всех туристов. Я не смотрела сериалы, я не смотрела ничего. Я каждый вечер, это был мой досуг, короче. Я открывала всякие локации, и оттуда смотрела к людям, приходила к ним, приходила в их актуальные истории, просто смотрела все, что они со Стамбулом выкладывали. И так года два, ну год точно, постоянно. Потом я поняла, что можно вообще не только суп, например, туда смотреть. Смотреть другие локации. Ну, вообще еще что-то. Я так и выходила всегда на Токов. Вышла на Токов, перехожу к ним, подписываюсь. И они выкладывают локации. И все эти локации я знаю благодаря этому, потому что я вот постоянно... Чекаешься. Это умно. Лайк. Согласен. Лайфхак номер 6. Ты сладкая, ужас. Сладкая. Почему она говорит, что у нее сложный характер? Я не понимаю. Я когда ей сказала, что у меня тяжелый характер, она говорит, а? У тебя? А у меня снег пропал от ракетки. Срочно, срочно тренировку. Я его так любила. Это был единственный снег, который я любила. Себя издеваешь? Конечно. Короче, я вообще сюда ехала и думала о том, что, господи, мы так хорошо общаемся, не дай бог мы разозрёмся, и кто-то там сделает что-то не так. Я не знаю, так думала. Мне кажется, вообще прихожу, не люди, которые могут разосраться. А прихожу, да. Прихожу в ситуацию, ну, да, завуалированную. Саника такая прикольная, я прям в шоке. Ты вообще так себя не вела, да? Когда мы были знакомы, столько мы общались, и на завтрак. Ты вот такая была. Серьезно? Я вся такая. Нет, на самом деле, я не знаю, что вы так хорошо время в комнате проводите вместе, чем я с вами. Я просто не сразу раскрываюсь.
Мы выгоним от тебя, когда она начинает так говорить просто. Я что, мамочка, прости? Она такая смешная. Так мне не скучно со мной, понимаешь? А мне там скучно одной. А почему вы не у меня? Когда ты один холостяк? Да нет, мы, у нас не будет такого, что там разозлёмся и так далее. Я, короче, Джонни владелец. У нас... ни у кого из нас нет принципиального сложного характера. Растираются все, когда... А мама говорит, что у меня сложный характер. Yeah. Переговор с мужем чек. Ага. Вот, и еще, да, сложного характера у нас нет, но когда ты с человеком живешь, он по-другому раскрывается. Да. И это очень интересно, потому что я думала, что будет что-то не так, или там что-то... Какое-то недопонимание. А еще я тебе даже говорю, мы идеально друг друга дополняем. Да. Ты спишь, как они тебя хоть буди, хоть не буди, не просыпаешься, а я вообще очень жутко. И еще, вчера Джон у меня спрашивает, типа, ну, когда мы долго разговаривали, я ему рассказывала весь день, что мы там делали, и он такой говорит, ну что, с девочками все нормально, еще не поругались. Я говорю, представляешь, нет. Кто-то сделал что-то не так? Рассказывает. Нет. Я говорю, представляешь, нет, ни одной ситуации. И он такой, да, ну пусть вот так и будет. Он нас может взять, да? К столу. Говорит, ну пусть так и будет. Я такая, да, пусть так. А что будет дальше, вы узнаете в следующих сериях. Не переключайтесь. Просто класс. Don't you kidding me? No, video. Ha, video. Oh. Сегодня без экшена. Так же быть. Я снимаю. А стейк еще больше можно было? Мы заказали стейк, рыбку и пасту. О, картошка фри. Это ты заказала? Нет, она идет. Да? Я уже несколько дней хотела картошку фри. Отпустит, говорит, потом. Тати, почему он должен ее отпускать? У нас прогулочка. Мы вкусно поели, теперь гуляем. Инта, видео вот. И мы пытаемся полчаса снять видео. Мы сняли всех, но не себя. Тем временем Шонет. Контролируй телефон, потому что думаю, что его стилят. На позиции, Игорь, это нахрен, честно, позиции. Она кричит, на позиции, ору. На позиции, пожалуйста, на позиции. Вот тут.
И нам попалась собака. А этот ее хозяин, он на нас смотрел, вы что, дуры, типа, что? Нет, он еще с нами разговаривает, он такие, ааа. Говорит, возьмите, пройдите с ней, говорит. У нее, говорит, розовый хвост. И мама, говорит, он подходит. Ой, боже, как смешно. Один момент я ничего, просто вот так прыгать. А я подхожу, и ну, мы вот так смеемся уже час. Потому что это супер странно. У собаки розовый хвост. Чисто, если бы у нас были бы собаки. Боже мой. Прикинь, Сергей, приехали, Тотик. Мы будем тебя красить. У тебя получится, у меня нет. Мы идем в очень красивое место. Туристы, по-моему, сюда не попадают, да? То есть знают только место. Туристы еще лет. Я не смотрю. Я смотрю. Я уже в шоке. Закройте глаза. Стать аккуратно. Закрой глаза, пожалуйста. Тать, мы вообще не видим. Тать, закрой глаза. А я еще не упаду? Нет, Тать, закрой глаза, я тебе скажу. Ой. Ну, под ноги смотрите. Хорошо, куда идти? Подождите, я хочу ваши лица. Да. Стойте. Открывайте. Идемте за мной. Побежали. Ой, нет. Да. И мы в Стамбуле. Доброе утро. Доброе утро. Там так потемнело. Просто. Тут нереально. Сейчас будем сидеть. Наша поездка на этом не закончилась, и мы пьем в такси чай. Это не комфорт плюс, это бизнес плюс. Просто. Какой? Просто. Юная Дэн, сейчас это в тему. Так, мне какой надо? Мне надо вот это. У меня, короче, по-моему, температура, я приболела. В общем, я вся отекшая, опухшая, как будто у меня КамАЗ переехал. Сегодня Шуня спала, вчера уснула, вернее. Иду к Санике дальше. Ага, куда поедем, что? Мы же можем не успеть, потому что мы будем кушать за завтрак. Всем доброе утро, и мы в Стамбуле. Заново? Этой рукой возьми. Нет. Включи заново. Нет, совсем хочу. Что сделать? Чокаюсь. А, ты потом обрежешь. Ты, короче, сделаешь, и мы чокаемся. Да? Я? Давай. Раз, два, три. Доброе утро, и мы в Стамбуле. Обожаю. Если ты в Стамбуле, значит, день пройдет хорошо. Мы сегодня поедем в Зорго-центр. Санька хочет себе... Это очень красивый торговый центр. Очередной оранжевый костюм. Почему его, потому что там перья есть. Перевой магнат. У меня, говорит, оранжевых нет. Оранжевых перьев в Москве нет. Ой, подожди, пожалуйста. И это мне надо. Всем привет, я в Стамбуле. Там Настя, походу, себя снимает. Короче, а потом в Балбуте заполнять. Шекер, как же без шекера? У нас же и так сладко. Я в Москве. Сахар заменить. Ничего. Я в Стамбуле. Шекерчика, пожалуйста, побольше.
Очень, очень красивый завтрак. Вчера у нас такой поляны не было. Да, он сказал, у нас поменялось, говорит, сегодня, говорит, завтрак будет насыщенный. Так, мы приехали в торговый центр. Извините. Мы приехали в торговый центр, называется Зору. Очень красивый. Здесь сейчас разные бутики, от самых дорогих до масс-маркета. Сейчас пройдем и вернемся. Во-первых, какие вы красивые. Во-первых. Это во-первых, господи. Ой, ужас какой-то. Ну, причем место, где отовариваются все... Это самый красивый торговый центр, мне кажется. На мире. Угу. И мы в поисках Стамбула. Как красиво. Как ты думаешь, сегодня будут останавливать Саньку, спрашивают? Это Ханде? Я скажу, а я буду вести себя как ее охранница. Взяла очки? Нет. Я взяла, а я буду вести... Не с нами. Я буду вести себя как ее охранница. Я за гвардиан. Да-да-да. Я тоже, кстати, ничего сегодня. Девочки мне говорят, вот это комплимент, они сделали. Делали. Эти очки тебе очень идут. Спасибо. Это видеоблог. Кстати, расскажите, как вам торговый центр? Мне очень идут эти очки. Ты здесь первый раз, по-моему, да? Тебе очень идут эти очки. Спасибо, да, я тут первый раз. Ну, конечно, безумно красиво. А где фоткаться надо? Вот здесь? Где фоткаться надо? Мне фоткаться, я красавица. Вот мы вместе. Ой, ну почему у меня получается? Запуталась! Что? На закате я хотела вот в этот... Возмущайся еще раз так мило. А я хочу быть на вороне с чайками и с семитами и чаем. Мам. Сейчас тогда мы не будем писать Мурату. Кто такой Мурат? Наш водитель. Лендри Ру. У нас еще водитель с тобой. У нас есть химчистка. С которым мы вчера ехали в прошлом влоге. Наверное, вы видели, когда как красный салон. Где мы еще чай пили. У нас есть, да, личный водитель. Личная химчистка. Посмотрите, какие у нашего водителя карточки сейчас. Так, мы закроем вот здесь. Не хотим, чтобы вы... Да, он только наш. Будем приезжать, и ему тут у нас есть личное свое место, но может быть, чай попить. У нас есть все. Короче, мы сюда приехали ради вот этого костюма оранжевого, чтобы вы понимали. Потому что он с перьями. Ага, мы ищем его по всем залам. Посмотри на него, у тебя манжеты намного лучше, моя хорошая. В России нет оранжевых перьев. А видишь, какой-то желтый перья. Слушай, ну он такой тонкий. Мне нравится. Да, он должен быть моей коллегой. Хорошо, меряем. Берем! Они отговорили меня от розового жакета. Пиджак бесполезный был, а тут бесполезный. Ладно. Я вот такая сегодня. Очки мне тоже идут, кстати. Вот так. Здесь выбора побольше. Что с Саники нужно было для счастья? Клянусь, посмотрите на нее. Я вам говорила, что вообще не знала, что она такая прикольная на самом деле. Вот, вот что-то вот такое. Она думала, я только работать и красить умею. Да, и на завтрак и хожу. Почему сюда еще 3 шулика в месяц? 4 ноги, вот почему? Ты симпатичные босоножки. Что ж здесь наличие? Надо олдон пока выделился. Если не так, товар меню. Или мама закажет. Там. Там, тысячи. Закажем. Мамчик. Лякай. Синие слюди, давай пожаришься. А ты думаешь, Эмка будет хорошо? Не нашли, представляете? Для моих подписчиков. Вот здесь Дурумсе, на третьем этаже. Вот такой вид сейчас прикреплю. Очень много людей спрашивали. И вид тут на Босфор получается. Это площадь Бишек Таш. Да? Паром? Что это? Навакф. Навакф.
Вот так вот. Люди выходят с моря. Там море, короче. Вон там это было. Вон там. Мы сейчас идем на паромчик. Это пешек наш. Нам взяла этот мокрый бургер, изобретение турков, как она сказала. Нет. А наш любимый, наш дружочек с нами. Это наш друг. Главное, с собой есть штатив. Это наш лучший друг. Наша четвертая подружка. Выглядит он так, честно говоря. Но очень интересно его попробовать. Он реально съела, но очень любит уже. Просто Стамбул, женщина знает, что говорит. Идемте, ляжьте ко мне, у меня плед. И они пошли ложиться, чтобы понимали. В этом весь Стамбул. Люди предлагают вам лечь. Мы просто хотели лечь на траву, но у нас марки и вещи. И она увидела, что мы хотим лечь, и предложила лечь к ней на плед, представляете? Просто какие люди тут золотые. Хочется опять плакать. Хочу тут жить! Пару слов туда-сюда сделайте. Мы идем сейчас пить чай. Куда мы идем? Пить чай дайте? Пить чай. Куда пойдем, Шунь? Ну, вы понимали, я еще ни разу никому не показывала это место. Серьезно? Мы будем первые? Подружки, чек! Сейчас мы вам покажем. Она не любит чей-нибудь блог. Шонет кайфует на солнышке. И Цми тоже. Ханде наша звезда. Очень. Ой, посмотрите на это дерево, которое цветет. Ой, на этих парочек. Смотрите, какие рыбы! Какие они огромные! Мы в шоке!
Свет отображает, но, блин, видно. Пусть покрыт! Это мы ее кушали сейчас? Булочки. Чисто мы на суете. Это мы эту рыбу в булочке кушали. А ты видишь медуз? Нет. Я вижу. Ты видишь медуз? Вот где-то вот тут, вот. Я на других видео снимала видео. Здесь очень красиво, посмотрите. Туристов ноль, zero. Вот. Татья, это для тебя дерево посадили. Спасибо. Для твоего пиджачка. Спасибо. Вот печатка на лодке. Видишь, на рахате. Чисто. Настроение, чайка. Настроение качаться на лодке. Мы пришли в очень классное место. Шуня нас привела. Здесь очень красиво все. Начиная с этих двух красавиц. Еще здесь есть такое классное зеркало. И вот с таким видом мы сейчас будем пить чай и кушать фрукты. Да? Это место из путеводителя? Конечно. Все мои секретные места есть в путеводителе. Шок. Не приходите сюда. Не надо.